да, а жестче, скажем, депрессия. Вот. Да, могу вам сказать, что вот ежели тверёзо глянуть на вот это все, да, сегодняшний день ваш, 85 лет. Вот оглянитесь вокруг и посмотрите, кто рядом сидит. Да? Во-первых, несколько поколений уже. Близкие друзья, их дети, их внуки, для которых вы очень много значите. А значите не только потому, что вот художник Волович, для них вы дядя Витя, да, абсолютно близкий человек, родной. И не только это. Еще и определенный пример человеческий.